Болезненно растет зуб мудрости, восьмерка, нужен ли он? Про зубы мудрости ходит множество пословиц, слухов, анекдотов и мифов. Да и звучит весьма солидно, зуб мудрости. Давайте разбираться, что такое зубы мудрости, почему они получили такое название и что с ними делать, если они доставляют дискомфорт. Что такое зуб мудрости? Это многокорневой молочный зуб 8К, который вырастает значительно позже, чем молочные и даже коренные зубы. У некоторых процесс проходит безболезненно и практически незаметно, но вторая половина человечества сильно страдает от активизации и роста зубов восьмерок. Кстати, у человека 4 зуба 8К. Но обычно беспокоит 1-2 зуба, и только в редких случаях болезненно прорезаются все 4. Почему зуб 8К называется зубом мудрости? Это молочный зуб, но в отличие от своих соседей, он либо не растет совсем, либо прорастает не полностью, но если уж прорастает, то в 99% случаев во взрослой жизни 25-29 лет. К этому возрасту все процессы организма достигают пика, да и возраст считается зрелым. Это рубеж между молодостью и началом старения организма. Именно поэтому зуб 8К получил название зуба мудрости. А не потому, что обладает какими-либо особенными качествами, которые могут подарить нечто владельцу. Стоматологи в один голос сообщают, что если зуб мудрости растет правильно и безболезненно, причин к удалению нет, и человек может жить с зубами мудрости всю жизнь. Но если есть один или более показателей, которые доставляют боль и дискомфорт в жизни человека, не стоит мучиться. Удаление зуба мудрости – элементарная базовая процедура в стоматологии, которая проходит под местным обезболиванием и занимает минимум времени. Удаление зуба мудрости – показания. Показания к удалению зубов мудрости – болезненный рост, сильное воспаление и чрезмерный дискомфорт от восьмерок, ретинирование 8-рок. Проще говоря, неправильный рост зубов мудрости, из-за чего сдвигается и деформируется остальная челюсть. Лучше пожертвовать одним молочным зубом, чем постепенной деформацией коренных зубов, если в нижней челюсти имеются кисты. И при этом 8К не прорезались, их удаляют вместе с кистой, наличие кариеса на зубе 8К. Все дело в том, что кариес на молочных зубах лечится хуже, с множеством рецидивов, и большинство стоматологов приходит к выводу, что проще удалить молочный зуб, чем проводить множественные процедуры спасения, частичное прорезывание 8К и долгий воспалительный процесс, связанный с этим, наличие боли в троечном нерве, любой дискомфорт, боль, ограничения, вызванные зубом мудрости. Боль при пережевывании, при питье горячих или холодных напитков, пении, разговоре и так далее, если зуб 8К неправильно вырос и из-за него постоянно травмируется челюсть. Удаление зуба мудрости – противопоказание. Несмотря на то, что стоматологи обычно не церемонятся, зубами мудрости перед удалением взвешиваются все «за» и «против» и «при». Определенных противопоказаниях об удалении не может быть и речи. Противопоказания удаления зубов мудрости, беременности, грудное вскармливание, все проблемы с кровеносной системой и работой. Сердце, аллергические реакции на анестетик, гипертонический криз, необходимость установки протеза или шины. При этом должен быть задействован зуб мудрости, отсутствие эмаляров, соседствующих с зубом мудрости, и на него ложится весь груз пережевывания пищи. Как выглядит корень зуба мудрости, схема. В этом разделе представлена схема зуба мудрости из верхней и нижней челюсти. Так как в процессе эволюции челюсть стала меньше, а количество зубов осталось тем же, 8К расположены не так, как остальные зубы. Именно с этим связано, что зубы мудрости часто растут неправильно, тем самым образуя воспалительные процессы, а также деформацию остальной челюсти. Лечат ли зубы мудрости от кариеса и других болезней? Как мы уже упоминали ранее, если зуб мудрости поражен кариесом, это прямое показание к удалению. Зубы мудрости не имеют никакой важной функции в организме, и от их удаления принципиально ничего не изменяется, в отличие от остальных зубов. Но стоит обратить внимание, что при удалении зубов мудрости, пораженных кариесом, необходимо также следить за остальными зубами и так, как они могут быть тоже поражены этой болезнью. Надо ли лечить зуб мудрости, или лучше удалить? В зависимости от ситуации зубы мудрости можно попробовать подлечить, ведь последнее слово всегда остается за пациентом. Но стоматологи убеждены, что лучше всего зубы мудрости удалять. К тому же, стоит обязательно учитывать, как зубы мудрости влияют на соседей 7К и 6К.
Если 8К вызывает деформирование челюсти, однозначно удалять. Чем опасно удаление зуба мудрости? Несмотря на то, что при выявлении каких-либо проблем с зубами мудрости стоматологи рекомендуют их удалять, подходить к этому вопросу рекомендуется тщательно. Во-первых, удалением зуба мудрости занимается стоматолог-хирург. Именно эта специализация компетентна в вопросах удаления и предотвращения всевозможных осложнений. Во-вторых, перед удалением обязательно надо сделать рентген челюсти, чтобы хирург видел все стороны проблемного зуба. Иногда под зубом мудрости вырастает киста, и без рентгена врач не обнаружит проблему, что приведет к повторному обращению в стоматологию. Несмотря на то, что зуб мудрости является молочным, его удаление почти всегда болезненная процедура. И поэтому удаление рекомендуется проводить под местным обезболиванием. После удаления зуба мудрости лунка наполняется сгустками крови, которые способствуют заживлению ранки. В первые несколько дней после удаления зуба не рекомендуется полоскать ротовую полость, чтобы не вымывать сгустки и не провоцировать воспаление. Важно понимать, что сгустки крови плотно закрывают ранку и не пропускают в нее инфекцию, кусочки пищи и так далее, выполаскивая ротовую полость, вы удаляете защитный барьер и открываете прямой доступ к ране. Из-за этого могут возникать воспаление и гниение лунки. Еще одно осложнение после удаления зуба мудрости – онемение. Через несколько часов после выхода с кабинета стоматолога действие обезболивающего исчезает, и испытание ноющей боли, дискомфорта – это норма. Если же челюсть, язык, щеки остаются онемевшими в течение нескольких дней, это весомый повод обратиться к стоматологу-хирургу, который проведет повторный осмотр и диагностирует проблему. Если зуб мудрости воспалился, начал гноиться, чем это опасно? Для начала стоит отметить, что зуб мудрости – костная ткань, которая не может загнивать. При этом, если зуб мудрости подвержен кариесу или же растет в неправильном направлении, то может вызывать воспаление десны. Если же воспаление не лечится, наступает следующий этап – гниение. Слизистая отекает, краснеет, к ней больно прикасаться, на ней образуются язвочки, через которые выступает гной. Воспаление с гноем идет по двум сценариям развития: абсцесс, в процессе которого воспаляется десна, гной может как выступать, так и находиться внутри. Позже перерастает во флегмону, лечить которую нужно только у хирурга. Белый гной активно выступает на десну и в ротовую полость. Это прогрессирующий хронический процесс, который необходимо немедленно лечить у стоматолога-хирурга, в процессе которого применяется антибактериальное лечение в комплексе с антибиотиками. Оба случая весьма тяжелые и требуют наблюдения специалиста. Осложнения после удаления зуба мудрости. Процедура удаления зубов мудрости стандартно и редко вызывает осложнения, если не нарушать показания врача. Но есть и ряд осложнений, которые могут возникнуть по различным причинам. Если они присутствуют в первые несколько недель после удаления зуба, обязательно обратитесь к врачу, а не менее челюсти, щеки. Языка, гной в лунке и на десне, спустя неделю остается воспаление и болевые ощущения, повышение температуры и озноб. Кровоточивость в лунке, спустя 2-3 дня после удаления зуба, сухая лунка, чаще всего появляется у курильщиков. Рана не затягивается и образуется воспаление. Через 2-3 дня возникает острая боль. Что будет, если не удалять зуб мудрости? Недоверие к медицине – проблема, существующая многие года и имеющая под собой немало оснований. Поэтому, когда стоматолог настаивает на удалении зуба мудрости, возникает вопрос, а что будет, если не удалять зуб мудрости? Если зуб мудрости растет правильно, не причиняя дискомфорта и боли, ни один стоматолог не порекомендует его удалять. Но если на зубе 8К присутствует кариес, зуб стоит вырвать, чтобы кариес не перешел на остальные зубы. Лечить его не имеет смысла. Если же зуб мудрости растет неправильно, деформируя челюсти, вызывая боль и дискомфорт, отказ от удаления лишь оттянет поход к врачу. Но хуже всего, что такое решение может усугубить состояние зубов и привести к плачевным последствиям. Сдвиг коренных зубов может пагубно повлиять как на прикус, так и на расшатывание зубов, которые могут выпасть при легкой травме. В случае, если зуб мудрости является очагом воспаления, удаление его является обязательным. При развитии абсцесса или хронического воспаления удалить зуб все равно придется, а лечение затянется на долгие месяцы. Удаление зуба мудрости. Отзывы.
Отзывы об удалении зубов мудрости. Инга, на десне возник болезненный бугорок, но если я не жевала правой стороной, он практически не болел. Через месяц ситуация усугубилась, и без обезболивающего и часа провести было невозможно. Стоматолог сделал снимок и сказал, что под зубом мудрости образовалась киста и нужно все удалить. 10 минут, и проблема решена. Напрасно я боялась. Кирилл, при плановом осмотре стоматолог обнаружил кариес на зубе мудрости. Направил к хирургу, который подтвердил рекомендацию первого врача и рекомендовал сделать снимок и удалить зуб. С новыми технологиями и обезболиванием все прошло легко и незаметно. Хуже было потом, так как заживало долго и болезненно. Не ленитесь ходить на плановые осмотры, это предотвращает куда более крупные проблемы, чем легкий дискомфорт от больниц.